что мы первый раз с вами. В нашей жизни это первый раз, а тем более в вашей первый раз. Я желаю, чтобы у вас больше не было таких моментов, чтобы вы все были здоровы, никаких пандемий, никаких еще событий, которые могли выбить нас из колеи, не было. Мы с вами с достоинством перенесли дистанционное обучение. Вам оно, наверное, еще больше помогло. Вы смогли подготовиться именно к тем предметам, которые выбрали. Я вам желаю, чтобы у вас в жизни все получилось, чтобы вы выбрали ту профессию, которая была вам по душе, чтобы вы с удовольствием ходили на работу. Прислушивайтесь, конечно, к своим родителям, что они...